показываю, как можно отскоблить тополиную смолу с машины при морозе. Пятно остается немного. Вот оно. Да, в принципе, отскабливается. Вот это вообще снялось почти без пятна. Так. Видите? Так. Попробую чуть побольше найти. Зараза. Те, кто въелись, остаются. Так. Ну, сейчас минус 20 всего лишь. Как бы. Нужно, чтобы минус 30 было. Зараза такая. На крыше. Это вообще отлетело. В общем-то, как-то так. Вот еще здоровая. Я же его отдирал. В общем, мороз нужен. Ребятки, дерзайте. Кеша, если что...